Чернівецька область. Да, ти можеш сказати ось цей мікрофон. Що тут? Скажи. Чернівецька область, я сказав. Що нічого? За голос. Це мені фокусує цю камеру. В Умане еще ехать 7 часов. 7. Я вообще не выдерживаю. Я уснула на полчаса, немножко прихрапела. Настя меня как дернула. После этого я не могу вообще уснуть. Это нормально? А, еще проблема. У нас нет денег на туалет. В автобусе нет туалета. У нас нет денег на туалет. Потом уже расскажем. Скорее бы уже доехать. Все, ребята, мы в Харькове на автовокзале наконец-то. Мы доехали, задержали наш автобус, потом уже расскажем. Главное, что мы добрались. Все, ребята, мы дома. У меня возле дома. Мы в Харькове с моей собакой любимой Моника. Она меня узнала, радовалась вовсю. Настя, ты сняла, как она радовалась? Да. Потом, может, вставлю, посмотрю, как Настя сняла. Ой, добирались мы сложно. Вообще, я потом вам покажу еще, кстати, как она поет. Это же вообще певица еще та. Ты что, мостишься? Да, да, все. Она хочет еще. Она еще та певица вообще. Именно на рингтон от айфона. Она просто поет тут вообще, да, Настя? Да, и надо на голос дити. Да. Она уже давно нет, не дитина. Нет, у нее голос взрослый как раз. И уже... У нее прям, сколько знаешь, его в оперу лет. Надо. Да, такой голос классный. Хороший. Я в шоке. Молодец, так, конечно. Так, что хочу сказать. Ни разу не было сирены. Воздушной тревоги пока не было, слава богу, да. Мы должны были приехать в Харьков в 7 утра 25 минут. А приехали мы в 9 утра 30 минут. В общем, задержали нам автобус. Такое, мы уже еле реально сидели, очень тяжелая дорога, туалета не было, хотя указано было на сайте, розеток не было. Водители какие-то вообще попались не очень приветливые, скажем так. Там все были в шоке в автобусе, почему вообще все так. Там кто-то вообще двое суток добирается с пересадками, и они просто, ну, реально им тяжело с такой дорогой. Тут еще такое. Вот. А так в целом все хорошо, мы довольны, мама довольна. Приготовила котлетки по-киевски, пюре. Да, вкусно очень. Да, мы немного позавтракали. А сейчас вот туда ближе к вечеру закажем суши. Мама обожает суши, и мы, конечно же, обожаем суши, особенно с этой доставки. Покажем вам обзор этих суш. И как-то так сегодня отдыхать. Вот моя девочка, моя Монечка, моя девочка, моя ты булочка сладкая. Монька, покажись, иди сюда. Моська, 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 ты моя старенькая такая, седая девочка, ты уже седая девочка. Красавица моя все равно. Я вам ее взяла, когда она еще была слепая. Ее подкинули в подъезд, я ее взяла, я ее выкармливала с пипетки. Она у меня такая немножко необщительная, там с собаками, с людьми. Нет, своих чуть-чуть. Только признает. Да, ее в детстве собака напугала, чуть-чуть прикусила ее. И она с того момента опасается людей, собак.
А так она у меня знает и команды, все она у меня знает, я ее учила. В общем, как-то так, сейчас выгуляем, сходим в ВТБ, купим что-нибудь попить, кока-колы. Ну и там посмотрим, что еще. Да, Моська? И будем, конечно же, вам показывать по мере поступления новой информации нашей. Все. Ждем комментарии, что вы рады, что мы добрались хорошо. Нам будет приятно почитать. Было рассказать, что случилось. Приехали мы на автовокзал, и Настя пишет, девушка, которая ей должна была делать волосы. Все, отмена. Потому что с водой там прорвало трубы, какие-то ремонт. И воды нет, и не получится смыть краску, то и в целом без воды невозможно все решить. Поэтому сейчас Настя будет ее просить как-то все-таки понаближать. Я сказала, может, кого-то поменяет там с девочек на завтра или когда. Я говорю, не понимаете. Монька. Монька. И Настю, кстати, узнала. Моя девка. Ты меня тоже помнишь, да? Седая такая девочка, седая. Ладненько, все, мы пойдем гулять. Так, дорога к АТБ. Здесь люди все продают. Золотовары, компьютерный центр, ремонт. Здесь все, что хотите, можете приобрести. Люди продают, зарабатывают хоть какую-то гривну. Хлебушек свежий. Этого, кстати, не было раньше. Вон, что хочешь. Цветочный, мед, фрукты. Цветочные, говорила, вон сколько выбора вообще. И причем, ребята, что хочу сказать, это не рынок. То есть это не рынок, это просто вот сделали, у нас тут его называют этот ручеек. Вон, свежее мясо, сало, зелени, сколько. Даже вещи. Ой, Монечка, ты шо? Ничего себе. В карты играют, молодцы. Класс. Вот этот колорит мне нравится. Розетка. Вон сумки, одежда. Червоный маркет. Опять мед. Вон сколько картошки. Класс. Так это даже, ну понимаешь, это даже не рынок как бы. Вон какие-то бургеры, фуд-бар. Этого всего не было. Ну да. Это наше АТБ. Вон, вы видите, там вон все еще дальше, дальше, дальше. Причем это не рынок. Мы пойдем когда-нибудь на рынок, покажем вам именно рынок. А это причем даже не рынок. Сюда акции, которые на этой неделе не все, ну просто баннеры есть. Буду вам, в общем, показывать вообще все. Это новая почта, тут посылочки можно забирать с помощью смартфона, ну, как и в Германии. В общем, вообще, все есть. Я в шоке, город живет, класс, молодцы. Харьков незламный. Мы, в общем, взяли такую воду, колу, Настя энергетик и сигареты. И что вы думаете, паспорт у меня попросили? А можно, будь ласка, документы? Я кажу, можно. Хорошо, что у меня Дия сработала без интернета. У меня не было с собой ни паспорта, ничего. Значит, молода вырежу. Кстати, в Германии у меня ни разу не спрашивали паспорт. Хотя нет. Когда-то, когда алкоголь брали, спрашивали. Это было, да. Я сейчас вам цены не показываю, потому что мы сейчас спешим. А потом мы как-то выделим обязательно время и покажем вам цены там на продукты, на все такое. Поняли? Хорошо. Как-то так. Как-то так. Ой, что такое?